Всем привет! Пятый день трезвой жизни. Такая мысль пришла мне, да, вот что действительно это так глупо, да, вот чем я раньше занимался и чем занимаются, да, практически все люди на планете Земля. Это, знаете, вот сегодня пятница, да, там пятница, гулять, все, бухать, гулять, потом и все, и так вся жизнь проходит, все вот эти там молодость, да, 15, 20, 30 лет, она вся так и проходит, и получается, что люди остаются потом с голой жопой. Ничего не делали, трезво не жили, не соображали, не думали о будущем. Так, блин, а что на будущее, что можно откопить, каким бы бизнесом можно было заняться, вот что-то такое, вот, или просто в интернете какой-то дополнительный заработок. Люди об этом не думают, проебывают свое здоровье с помощью алкоголя, проебывают свое время, вот эту осознанную жизнь, да, где можно было что-то придумать и позаботиться о своей, ну не то что даже старости, а позаботиться о том, когда вам будет 45, 50, 55, 60 лет, позаботиться, чтобы уже не ебашить. Вот такая мысль мне пришла, что действительно мы все идем по накатанной и делаем все вот эти вот вещи, как в матрице, да, заложено. В общем, пятый день ТЖ, всем крепкого здоровья. Друзья, зачастую нам не хватает поддержки и живого, реального примера, который был бы перед глазами и протекало, да, вот это вот действие перед нашими глазами, так скажем. И поэтому нам сложно, да, сложно вести трезвый образ жизни, сложно какой-то там, какие-то шаги делать, понимаете? Нужна поддержка и нужен живой пример. И вот как раз-таки по ссылке в описании вы можете перейти на мой телеграм-канал, и у вас будет такая поддержка. Я также оставлю почту, на которую вы можете присылать свои истории, чем-то делиться, что-то спросить у меня. И я в ответ поделюсь своим жизненным опытом, вот, и чем-то вам помогу. Но, повторюсь, живой реальный пример человека, который начинает что-то делать, то, что вы хотите сделать, или от чего-то избавиться, это очень важно, потому что окружение – это все, это вся наша жизнь. Вот какое у вас окружение, так вы и живете. Присоединяйтесь, тем более стоимость копейки. Выбор за вами. Либо за вечер пропить эти деньги, либо целый месяц быть с моими мыслями, с моим живым примером, какими-то рекомендациями и поддержкой. Также буду отвечать на письма. Пока-пока, крепкого здоровья.